Привет, мы в Бердянске. Всем любителям привет, животных. Я люблю не только собак, но еще и разных животных. Сегодня мы посетим Бердянский зоопарк и посмотрим, кто там живет. Итак, вперед, следите на канале за моими репортажами. Вот мы и у цели. Ну что, я приглашаю вас на экскурсию в зоопарк. Вот они, малыши зоопарка. Может быть, мы сегодня с ними познакомимся. Я надеюсь, мы посетим все площадки сегодня. Довольно-таки большой, внушительных размеров. Первый частный зоопарк на территории бывшей СССР. И есть, конечно, книга отзывов. Мы в ней напишем, когда будем выходить обратно. Сейчас мы купим вкусняшки. Мне дайте, пожалуйста. Я не знаю. Давайте, наверное, купим. Вот, спасибо. Смотрите, он сразу меня говорит, нельзя ему яблоко. Что это лимон? Смотри, Галя, да, мам. С лимончиком. Смотри, да, мам. Смотри, как. Все. Марш. Опа. Ай, как. Не хочешь, значит, домой завтра. Ой, ну сколько копается, сколько. Проспект Мир животных. Пантера. О, прекрасно. А здесь? Мы подошли к озеру, где уточки, лебеди и пеликаны, наверное, но их пока не видно. Ой, пингвин, вон он. Маленький с желтой грудкой сидит, расстроился, голову не такой, наверное. А это смеется утка с ним. Здесь им хорошо. Плывет пеликан. Красавец. Быстро плывет. Длинношеи животные. Подожди, по имени жираф. Детская песенка вот такая. Ой, какой красивый. Назад, а ну повернись сюда. Какой красивый. Мы подошли к вольеру с тиграми. Надеюсь, мы сейчас увидим белую тигрицу с тигренком. Один туда пошел. Назад. Давай его сюда. Назад. Один туда пошел, а другой лежит уже. Назад. Маленький. А здесь родились? Да. Им два. Не, это и месяц, и два тигренка. Месяц. Белых тигренка. А папа один. Тут лежит там стик? Да, вот у папа там. Ой, боже, какой он большой. Ой. Они вместе не живут, нельзя. Папа родился. Они, наверное, отделили сейчас, мало ли. Мама он должна взять. Все, мама ушла. А папа пустой. Второму ребенку, который убежал. Белые волки. Жарко им. Сбросили шерсть. Совсем не пушистые. И зимой станут пушистые. Сейчас лето.
Кир с царем зверей. Лев. Красавец. Сила, красота. А его подружка львица отдыхает. Спит. И он хвост не открывает, павлин. Такой красивый в розах. Никуда не уходит. Еще озерцо для уточек, птиц и красивый журавль здесь вот еще, серебристый, редкая птица, и вон еще пара. Красавец пустынь, гепард, грациозная кошка. Итак, мы гуляем по зоопарку, приятно проводим время, любуемся животными. Сейчас вечер, жара спала, они все выходят в свои вольеры на вечерний ужин, их кормят. Вот подошли антилопа, прекрасная стоит, ждет тоже своего ужина. Ой, зацепилась рогом. Ну, наверное, смотри. Ой, нет, это она пошутила. Как зоопарк тебе? Здесь приятно гулять, здесь так зелено, цветут прекрасные растения. Красиво, в общем-то, не жарко. За нашей спиной красивое цветущее дерево. Вот оно какое. Поэтому в зоопарке гулять приятно. Белочка сидит, и орешки все грядет. Орешки непростые. Корнушки золотые, ядра чистый изумруд по Пушкину. Ну, здесь девушка, конечно, грызет не только орешки, а то, что ее угощают посетители. Да? Видите? Белочка тоже еще не опушилась, к зиме еще не приготовилась. Зеленая мартышка. Нам срочно надо такую завести. Срочно. Нам не хватает. Нашим собакам надо вот такую вот подружку. А эти стоят. Загадки. Вот эти яичко можно увидеть, кто его снес. И так, страус Эмму. Даже я не знала, какое это яйцо. А кто же кричит? Гром всех. Оказывается, синий кит. Прекрасный стенд для детей. Кто самый медленный? Улитка. Дети могут здесь познавательно узнать что-нибудь хорошее. Итак, мы гуляем по зоопарку. Все интересно, познавательно. Много детей, много отдыхающих. Мы тоже вспомнили детство. Это первый зоопарк, который я решила снимать. В дальнейшем, наверное, буду посещать другие зоопарки Украины, чтобы вам показать, какие есть у нас зоопарки. Когда-то давно я была в Николаевском зоопарке, он очень красивый. Но тогда еще не было видеокамер, не было канала. Итак, начнем. Пусть это будет наш почин. По дорожкам здесь прогуливаются даже павлины. Просто так гуляют. Конечно, в руки они не даются, сами по себе ходят по аллеям. Красавец. Ну, в общем-то, мы не мешаем друг другу гулять по аллеям. Мы гуляем своей дорогой, а он своей. Не подходит. А это пони. У пони длинная челка. Там из нежного шелка. Я тоже бы хотела пони. Я так в детстве хотела лошадку. На
На территории зоопарка есть уютное кафе «Ковчег». Мы зашли сюда, есть мороженое. И посмотреть на уточек. Сверху можно посмотреть на уточек. Итак, 16 августа 2016 года. Мы посетили Бердянский зоопарк. Желаем процветания зоопарку, животным здоровья. Здоровья. И вот мы погуляли здесь много времени. Практически все осмотрели, очень интересно, настроение хорошее. Сейчас мы покидаем зоопарк, а ему желаем удачи, процветания, а животным всем здоровья.